печатает. Четвертая игра. Если Natus Vinsus выигрывают, то все, Интернутинал заканчивается. Даже там никакой не Best of 5 получается, а Best, блять, Ford до ебаная. Альянс опять. Ну посмотрите, Алхимик в пике. Чмошники играют на одних и тех же героев. Да! Топ-геймер, ты играешь на одних и тех же героев. Давай, давай. Но. На одних и тех же. Пудж, Лич. Только тут, смотрите, в 10-й раз пикают Алхима. Блять, ну если Альянс на третий раз, не усекут свои ошибки, то я не знаю, что... Я просто не знаю, как быть. Нафига они банят эту Гулю? А знаете почему? Потому что они боятся, что Гулю возьмет этот Бомбей, блять. Когда он пикает только Алхима и Гулю, все, у него два играбельных героя, больше нету. Гуля Алхим. А чё, они не могли два бана сразу захуячить? Алхима забанить и Гулю. Всё, Бомбей, наверное, без героя останется. А так и было бы. Так и было бы. Вон, они радуются, потому что если Natus Vinsus вин, то всё. Это ГЖЛФП. Я целый год буду болеть, пока следующий интернутинал не придет, и какая-нибудь команда с моим участием не возьмет этот щит. Доты второй. Генопуа взяли. Генопуа был в первой игре очень жесткий и суровый. Фармил как божественный Иисус. Кристалка. Вот в прошлой игре, сука, саппорты просто ебаные никто были. Огармага. Вот этого Огармага, который там бегал, живой Огармаг, я имею в виду, не игровой, а вот по залу носился. Нахуй его оттуда выкинуть. На месте вот Альянса я бы взял и пинка, блядь, как дал нахуй этим двум уёбкам. Но вы же скажете, мне зубы всякие, блядь, ублюдки выбивают. Ну, отчасти. Ну что ж такое. Слишком доверчивый. Текс. Ху-ху. Смотрит в отражение, в свое отражение, не знаю, что он там увидел. Камера, кстати, паленая. Качество, по-моему, кассетка. Стоит такая камера, наверное, ну, 1050-60 рублей. Она так-то большая, не спорю, но дешевая и старая. Рубика взяли, Пака, Алхимик, Бэтрайдер. Ну, если Natus Vinsus вин, это пиздец. Альянс должен запотеть. Альянс вперед. Ну, на третий раз вы будете Алхима контрить или забьете на него хуй. А вообще, это так-то последняя игра для Natus Vinsus. Ну, они выигрывают, и последняя игра для Альянса. Они могли пикнуть Магнуса. Не понаслышке я слышал, что Магнус ебошит как бог, вот этот вот какой-то S4. Почему его? Они что, не хотят выиграть? А? Я бы всегда пикал нормальных героев, на которых тащу. Нет, они хотят что-то новое. Извините меня, вы даете шанс выиграть хохлам. Они, видимо, не вкуривают. У них там слова такие, как агрессор, я агрессору отдал 600 тысяч долларов. Нет, хохлам. Играет по крупному. Кого возьмут? Сейчас пик идет. Пик. Саппорта. Нет, не саппорта. Наверное, опять Баунти Хантера. Пикать? А, не, Баунти Хантер в бане. Да нахуя банить Баунти Хантера? Лучше бы Рубика, бля. Там Баунти Хантер такой нулевый, что его можно было не замечать. Они вот этим баном, знаете, что делают? Повышают самооценку этому фунтику.
И банили менталь. Банили менталь. Прочекаем. Интересно будет, если сейчас Альянс выиграет, следующая игра решающая. Решающая. Ну, Альянс. Вы должны выйти не проигравшими с этой кабинки, а на время покурнуть, немножко покурнуть и вернуться обратно. Так. Конечно, Люда пизжи. Намного пизжи. А, не, стойте, да, Люда пизжи. Если вот слева это Люда был, да, его арты, то намного пизже он, чем вот этот пачан. Но почему там Генопа, а тут алхимика показывают? Люда на алхимике еще не играл, а вот на Генопу, да. Ну это очевидно, почему больше артов у алхима. Так как деньга, 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 пассивка. И, блядь, вы его не фокусите, сука. Не фокусите, ёпта. Должны фокусить, ёпта. Что-то общаются они там, анализируют. Очень интересно, не спорю, если вы знаете английский язык. Но там переводят все почан. А он, может быть, неправильно переводит. Говорят, что Natus Vincens говно, а он, ага, все перефразирует и говорит, Natus Vincens здесь отлично сыграют, мне кажется. А на самом деле он такой говорит, вот этот толстяк, типа, все хуево, все дерьмо, Natus Vincens выебут в говно. Головхала, головхала, головхала. Ух, усаживаюсь поудобней. Аналогичная ситуация, как всегда, сопровождают все алхима, сука, банальные, блядь. Хоть что-то новое придумайте. Хотя бы напоследок пикнули Пуджа и Чена, чтобы показать красивую игру. Покажите красивую игру. Нет, у вас нет красивых игр. В гранд-финале тот, кто пикает виспа, побеждает. Нет, 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 не надо. Это просто чистая случайность была. Чистая случайность и незнание альянсов. Я даже больше их разбираюсь. И то у меня в услуга лет. Нет, я все-таки больше, да, я больше их. 100%. То есть, понимаете, я 10 лет играю в доту, а они, может быть, 5. Поэтому у меня чисто по статистике все пизже, чем у них. Барьер мид. Покупаете, короче, пачаны с Альянса стики обязательно на мид, потом и пиздите алхима. Расфармленный алхим, тогда был шанс, был 100% шанс выиграть, но... Ой, ублюдская просто, сука. Лина и Огармаг, нахуя вы взяли его? И плюс Мирана, там 0 дэмэдж от Мирана, 0. У нее не так много артов было, тем более, ну, она могла отпиздить там Разора один на один. Ну, Рубика убить. Но Алхиму она вообще ничего не била. Там бедный адмирал Бульдог. Он попал в полную жопу. В просак. Тогда. В пизду, блядь. То есть. В щел, блядь. Нет, не мид пошел. Барьер. А покинали. Покинали ВС. Плодай. Папарам. Добивает. А, три моба. На третьей, на первой минуте. Алхим фармит один моб. Радостный, довольный. Не разочарованный. Ему оставили снова весь лайн. Ну что ж вы так, а? А, не, не оставили. Там фура стоит. Ух ты, фуру обходит. Смотрите, смотрите. Есть шанс, есть шансы. Есть шансы убить фуру, потому что они слип дают. На фору слип длится где-то секунды 3-4, а то и 5. И там алхим станет. Пускай дэмэдж не такой, но и хп на таком левеле не очень много у форы. Может, пятихатка. Отпиздят. Смотрите, как они за пеньки борются. Это, скажете, нормально? Стампить, стампить.
Солгадит, ёбан. Что, эти ему ботл, что ли, подарили? А Алгиба полностью сапатит. Потому что я единственная их надежда. Единственная надежда на Вим. Вот взяли бы Гулю, всосали. Но Висп здесь начнет летать опять же с Генопой. С Генопой. Если Альянс выиграет, они должны пикать Виспа. Тогда уж да, это типа непобедимый игрок, персонаж в гранд-финале. Ну, не знаю, не знаю. Обычная удача. Обычная удача. Этот Лиса фармит. Навешивает, навешивает, потом огнем заплевывает. Здесь можно стоять Лиса. Там и огромные, огромное количество спотов. Он не знает, что здесь Рубик. Сейчас его поднимет. Не, не поднимет. Поднимет, не поднимет. У него там воет вкачан. Все. Это Фибер. Угу. Это Фибер на С4. Кура что-то нарезает, но... Не смогла. Не смогла. Как всегда, поздно прилетела. Типа врач неквалифицированный. Всегда опаздывает, и люди погибают. Она там ничего, в принципе, не могла сделать. Потому что Дестер воняет, и деревья фуры сгорают. Так что видите. Генопа 20 мобов, Алхим 17. А, покидали у нас там ботинок несет. Да пуки дунди. Наглюц, хохлюц. Ох, блять. Ох. Все болеем за Альянс, пацаны. Альянс вперед. Альянс вперед. Не дать победу хохлам. Не дать победу хохлам. Ни в коем случае. Не хочу видеть их на вручении. Так, винрейт. Да ебота этот винрейт 75%. В жопу тебя. Днище ты, блядь. Куроку Рубик. Кукура Рубик. Прикиньте, как назвали. Кура Рубик. Это почему? Потому что, блядь, он типа выигрывает. 75% винрейт на Яралаше, когда там больше половины команд. Ну просто нули, сука. Прогнозирую на 4-й интернешнл. Возможно... Натус Вунсенс даже не попадут. Или попадут и как Virtus Pro. Vantus Pro. Sorry. Virtus Pro таких нет, а вот Vantus Pro есть. Они сфидят. Сфидят, сфидят, сфидят. Генопы дают фрифарм, и Алхим тоже фрифармит. Вот почему? Почему лейты фрифармят? Мне это никогда не нравилось и не будет нравиться. Он вышку пушит, он все делает охуенно, блядь. Лейта. Нет, они, блядь, чё стесняются. Втроём с Моу зашли и дали пизды. Потом он выкупился от страха. Или из-за наглости. И снова побежал на низ. Еще раз убили. И все. Минус мораль. Там они могут еще посраться. Команда, да, просто это в эфир не выходит. Вот если бы вы слышали, что пиздят хохлы в своей тиме, наверное, где варды? Почему кура апнута так поздно? Ой, бля. Вард пропал. Ай-яй-яй. Ну, это хохляцкий вард был. Так, нагоняет ночь. Идет гангать. С первой ночи уже в деле. Убивает. Взял, убил иллюзию и побежал. Но она палила, да, ой, руну. Да и плевать на нее. Кстати, сейчас 7 утра. Я должен спать сладким сном. А я тут распинаюсь ради вас. Алхим без виспа. Это никак. Ну,
На полном серьезе. Кто ему там, кто его подхилит, кто притянется, кто застанет, кто еще там ТПшнет куда-нибудь. Там же очень много висп решает, очень. Я бы на месте организаторов запретил виспа. Да, игры интересные, не спорю, но, блядь, уебанский герой. Вот, пожалуйста, интересные игры. Вы любите хохлов за интересные игры? Вуаля, их нету и не будет. Нету интересных игр у хохлов. Блядь, как пушат. Вот как можно так пушить? Альянс игнорит. Им похуй. Вот куда ты пошла? Эй, Дуринда, куда ты пошла? Ну, 2 ВС. Молодцы. Минус. Минус. Ты минусовая степень. Нет, не минусовая степень. 3 в 0. 3 в 0, пацаны. И Дестра туда же. И Дестра туда же. 4 в 0. А напали первые хохлы. ГЖЛФП, бля. ГЖЛФП. Альянс. Атака их, под ДД, нарезая, пока он там под салом. И тут отбирал бульдог, ты пышнулся такой. Что тут такое попахивает салом? Уже испорчено. И уходит по своим делам. Напали, молодцы. Нападальщики. Очень толстый герой. Баланар. 1000 хп. На хп практически ничего нету. И сейчас они снесут. У него же ДД по фасту. Снесут глиф. Глиф не будут юзать. Он даже, посмотрите, съебался, потому что убили. Убили фуру. О, вэшка, правильно. Чморите. Висп. Угу. Висп, слушайте. Сало. А где сало-то твое? А где сало-то твое, ёпа-мать? Не знаю. А, хуес 2. Там же ж уже ульта закастовалась у виспа. А как бы вы не пытались ее сбить, она не сбивается. Урну это делает. И цемка смоук. Просто по КД все покупается. Вар поставили на нижней руне. Натус Винсес не должны выиграть. Бедная шкала у хохлов. Упадок огромнейший. Мегагосовский процесский. Так. Ага, гагайте, пацаны, гагайте. Вэшкой. Вэшкой. У них просто одинаковые скиллы. У одной нова, у другого воет. И все нажимаются на букву В. Все убили, молодцы. Вот Алхима. Посмотрите, он делает опять лотарь. Ну, сука. Попробуйте, хоть одно ебло скажет, что я слишком банален. Вот, ваши кумеры, блядь, любители экстремизма. Такие бан... А раньше Альянс в прошлой игре вы так не могли? Вот раньше они что, не могли так сделать? Вот. Объясните мне, блядь. На третий раз поняли. Прям как какие-то в танке сидят. Переагрил он мобов. Вышку. Угу. Счет 2-10. 2-10. Давай. Ну что ж ты, блядь. Пикайте, блядь. Альянс всегда виспа. Действительно, это неплохой херо. В нормальной команде. В слаженной. А вот не в слаженной... Вы хотите с кем-то протпшиться, а он убегает от вас. В итоге вы один на фит идете. Армлет уже у Баланара. Армлетик летит. Красава. Армлет. ПТ. Хуяч. Минус. Минус Раджан. 23 тысячи фанов у Альянса и 62 тысячи фанов смотрят... игру в Natus Vunsus. Фаны, блядь. Фаны. Байкапканы. Без проблем забирают. Роджу. Покупается дагер. Дагер уже.
Он, наверное, Фасбекер зафигачил. Отдали Болонару только по одной причине. Потому что, когда ночь, он забегает под вышки. Это хохол, герой от хохлов. Если бы можно было смотреть, кто создал героя, да, по фамилии, 100% там не Айсапок, а кто ему помогал, хотя бы помощники. Помощник. Тимошенко, Ющенко, кто там еще есть? Ну, многие на ко, я не хочу их называть. Ну вот, они все создавали этого Болонара. Но смотрите, 2.10. Натус Унсу смогут вернуться и... Так, вэшкой. И Сава. Вот это, блядь, дно ёбаное. Вот это днище. Смотрите, Виспер тут как тут подлетает, чтобы тот не суициднулся и не смог выкастовать стан. Пикайте Виспа. Вот если Альянс в следующей игре Виспа отдаст, все. Альянс, сука, ёбаный ноль. Или хотя бы Банти. Банти. Алхим без Виспа это ноль. Вы видите, да? Ну, нормальная алхимия справится без него, который затротит постоянно на этом герое. А вот этот Бомбей... Я же говорил, что, блядь, хуйло, помнишь? Хуже некуда. Два, 11. Текс. Армлет плюс 1000 атены, он сделает себе сейчас БКБ, он Гарак скупит пак Пукинали, даггером здесь и не пахнет, фаз, блядь, тоже мне. Ботинок, кстати, слушайте, он купил ПТ первым, а обычно делают совсем наоборот, ботинок обычный, пока с ним носятся, а потом даггер покупают. Натурал пропит. Мидас. Блядь, чё ж они такие любители мидасов-то? Мидас стоит 2150 адены. Или 2200 адены. Вот и почитайте. Один съеденный моб приносит 200. Того откатывается мидас секунд 100. А вот, 100 секунд. Или 90. Ну, не суть. 100 секунд, короче. Того... 2000 адены, мы отыгрываем 100 секунд, ну, за пару минут. За минут 5-6. Да? Да. 5-6 минут. 6-7. Все, лотар имеется. У Алхима теперь его просто так без вардов, без Аеги, без гема не принять. По понятным причинам. Мистер Лотар, блядь. ГПМ средний. ГПМ на геножопе 388. Ну, геножопа, потому что не трогают. А вот покажите, вот показали бы стату сейчас Алхима вот этого, они бы увидели, просто застеснялись. Зассали, блядь. Так, выблинкивается, ждет. А, так он под вонью, это Натус Винсерский, пачан. Еще адены. Одни и те же арты сделают, одни и те же. Вот о чем там комментаторы пиздят? Ну, их там двое, они пиздят про то, каким пиздато живется, а я сижу один. На пару с пятерыми хохлами. Это именно хохлы. Не надо там говорить, что этот германец... Еще у вас какой-то там страны литовец, блядь, поляк есть. И 5 шведов, все. Вот мои собеседники, которые не мы. Разбивают варды, чекают. Руни тут. 2.12. Ударит по морали. Хохлов. Ой, ударит, ой, ударит. Скоро ночь наступит, а когда наступает ночь, включаем группу «Мираж» и слушаем это.
Наступает ночь, орёт и манит. Ту-ту-ту-ты, маня. Только ты поверь, вон. Пассивка 4-го левела, он носится под ней, как бык. Как раз для гангов. Для того, чтобы унизить Алхима. Но Алхима, нихуя он там заплутал, блядь. А у этих есть там антиварды, анти еще что-нибудь? Он же сейчас в лотарь тупо войдет, да и все. Вон. Смотрите, че. А что фура делает? Что фура там делает? Поставила свои деревья просто так. А, она, наверное, хотела попасть по нему. Думала. Нет, нет. Этого Алхима вы так не возьмете, потому что... Первое, почему? Это, по-моему, эстонец, да? Точно вспомнил. У них немец и эстонец. Джужоко. Джужоко. Угу. Сейчас может блинкануться. Нет, засал. Блинкануться на него и утащить в леса. Текс. Ага. Я войдом тоже иногда добиваю. Потому что переизбыток МП, это, конечно, хорошо, но все равно МП должно регениться. Даже когда вы стоите на лайне 1 на 1 или триплой, пытайтесь выкастовать, чтобы МП регенилось, а то что оно у вас застаивается. Этого не должно происходить. Текс. Угу. Чекают. Улетает Алхим снова на Б. Думает, на какой бы лайн пойти, потому что все лайны, за исключением мида, отпушены. Он на топ решил. Ага, дастами владеет фора. Сейчас я вам скажу вот что. Альянс в огромном отрыве от Natus Vuncus по фарму. Но стоит замес один проебать, так будет уже все равное. Вот Алхим, блять, вот. Как же он меня бесит, сука. Не могу смотреть, как фармит лейт беспрепятственно. Что? Когда на статистике сидел Майлшторм? Какой Майлшторм? У них что, есть какой-то Майлшторм, что ли? Не знаю, я вот вижу Люду... Потом вот этого Адмирал Бульдога, еще кого-то там, и все. Не знаю никакого Майлшторма, что там говорят, какую-то ересь несут. Но это понятно, что Инмате может только такую хуйню втирать людям. Роша, слушайте, а кто Рошу забрала команда Альянс? Аегис был у Баланара, и он его до сих пор не потерял. Такие... У него в инвентаре при нем. Смотрите, за первую вышку зашел. Нормально так. Подфармил. Отпушил. Они по одной и той же схеме действуют. Сносят вышки. И потом разом нападают. У меня действительно уже дежавю какое-то. Как будто я каменчу одни и те же матчи. Но это не одни и те же матчи, потому что Висп не у Natus Vuncus. Они ж любят виспа брать. К этому. А вот нахуя тогда пикали бетрайдера? Вот. Бетрайдер не тачун. Не тачун. А вот висп тачун. Алхимиком. Алхим без виспа. Он бегает. Его Рубик... Что-то там пытается. Я о Куроко тоже много чего слышал. Куроко. Что он имба-рубик. Ничего выдающегося я не наблюдаю. Почему вас хваливают? Просто у вас, наверное, руки из самой жопы адской растут. Вот вы и хвалите его. Мид, сносите. Выиграет ли за 30 минут или нет? Просто первую игру Альянс аж за 15 взъебало. Потом хохлы обозлились. Ну, здесь я прям чувствую, что Альянс завинит.
Прям есть такое чувство, что Альянс вин. А вот Натус Мунсен по пику уже. Знаете, когда долго наблюдаете за играми, вы уже реально это такие смотрите. Ага, это значит это сделает, это то. А этот без этого никак не справится, так что здесь жопа. Вот и мне кажется, Натус Мунсусу здесь хана. Так, БКБ он или чё? Ой, в БКБ, блядь, и улетает. БКБ Лотар. Гем купил. Гембис, отлично. Я тоже любитель гемов. Потому что, как иначе фокусить инвизников-пидоров? Вам надо просвет нажать. Им еще попасть нужно. А у Варда определенный обзор есть. Он с обзора выбегает и все. Второй вард ставить, так это убытки. И еще и не убьете его. То есть минус 200 адена. Роша. I'll be back with Мощадки. От команды Альянса. Унылый я стример, да. Когда уже все заебало. Рот не хочет уже открываться. Замесы все по одному, по два человека. 5 vs 5, наверное, не скоро. Или, стойте. Вот, на миду собрались Альянс. И недалеко от них хохлы. Сейчас посмотрим. Но там не 5. Не 5, а троица, даже двоица была. Один в лесах, другой пушит. Пушит у нас этот пачан. Так, ага, Баланар. Они Алхима заклюют. Кажется мне вот так вот. Заклюют. Так, сейчас что-то будет. Дестра, почему ты не блинкаешься? Генопуа. В сети и убегаешь. Но нет, тут же Висп. Висп, который похилит. Который спасет. Пусть Виспер услышит. Пусть Виспер спасет. Пусть меня он непременно увезет. Та-т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 а. Все, не выдержали. Выкастовывали листанчик. Типа, не надо, вы чего? Сейчас всего 25-я минута. Суд, ой, как суд пассивный. Виспа сразу, вот они моментально виспа, вы гляньте, на виспа все спускают, все полностью спускают на виспа. 2 в 1, один висп выкупился, один, 2 в 3 с байбеком. Тем временем Генопуа там просто нагибает всех, нагибан байхан. Супер афизмощадка. Афидер, мидер, ае. Давай, Альянс, гноби. Генопа, пизда-то. Ох, а где вэшка твоя? Где вэшка? Все, пизда тебе, пизда. Не пизда. Выжил. Так, виз протягивается я. Урну навешивает и... Килит. Минус топ. Заргут. Счет 4-16. Еще один такой замес. И Натус Винсенс, ну, не выбывает пока, потому что Альянс сражается. Еще одна битва, наверное. Вард, ну вот поставьте вы вард вот во вражеский лес, на холмик. Это же пиздатый супергосовский, просовский вард. Он нужен, как-никак. Давай. Бой. 3 минуты. 3 минуты до Аегиса. Они могут понаглеть, похохлеть, так как Аегис есть ведь. Смотрите, виспа. А Альянс виспа не принимали. Но тут висп такой, извините меня, живучий. Живучий висп. А пока Алхим гонялся, они вон, что сделали. Пизи, под арблетом. Нет, он что-то не пошел. Захотели вот этого принять. Кого там? 2 байбекнулись. Пиздите! Молодцы, там Аегис, пачаны только.
А, нет, не Аегис, стойте, а где Аегис-то был? Слушайте, есть шанс. Да, шанс есть, типа, всегда. А, Аегис, оказывается, у Генопа был. Я-то думал, Баланар обладает. Так, стан кастуй. А, откатывается. Ух ты, там гематоген. Не, не убьет. Да не, не убьет. Сейчас его еще откарают. Ваши предлы, да. Одной стороны нет. Блять, там байбеки затащили. Так бы минус еще одна сторона была. Блять, ды найди даже тогда, когда нет никого на лайне. Мне кажется, Альянс сейчас начнут все равно давить, пушить. Потому что у них превосходство. Они ж не хотят повторить Ориджину судьбу. Когда пассивно вот тут вот стояли, блядь, и ждали, пока Натус Винтон соберутся. Потому что если Альянс проебет, все. Они отдали победу хохлам. Или они не вкуривают. Просто если они не начнут пиздить, смотрите, хохлы определенно здесь проебывают. Почти по всем. Нет, не по всем параметрам. По многим. Но пытаются отстоять свой флаг. Желто-синий. И вот эту эмблемку. Эти тоже в смоке. Идут во вражеский лес. А эти, блядь, тоже во вражеский. Ни тому, ни тому. А лайн-то пропушивается. Топ. Это достаточно. Вот алхимик сейчас пойдет. И то алхимику не резон фармить на топе. Потому что там мобы жирные и с них мало дохода. А у нас ведь тут одни бухгалтеры, бизнесмены, шоумены собрались на лейтах. Так что не ждите от них такого. Только свежие, чистые мобы. Кристально-девственные. Никем не тронутые. Блядь, ёбаный дежавю. Да, есть. Молодец. Так держать, да. Собрал ты ребра, гажил ФП. Зигу тебе огромную. В замесах. Масс-замес. Слушайте, что будет. Ван-Элементаль слипит одного из нужных героев, это Баланар. Цемка сбивает этот слип, потому что она не нужна. Но она может поставить купол на кого-нибудь, новую дать, чтобы надамажить, замедлить, и уйти на покой в слип. Потом алхимик пытается застанить. У нее также ребра есть. Это атака, атак спид. Плюс защита. Он станет кого-нибудь, пускай ту же ЦМ-ку. И не убивает. Но всего лишь только ЦМ-ку. Она не нужна. Потому что отыграла свою роль. Дальше пак идет. Пукинали влетает. Он может даже пятерых связать. А если Альянс кучно начнут стоять, то мистер Алхим возьмет, да и пульнет Никстан по пятерым. 5х стан. А это шопа. Там Рубик накроет, там накроет барьер. То есть они в огне простоят несколько секунд. Дальше идет Рубик, да? Рубик спиздит сало у Баланара и попытается его кинуть на кого-нибудь. На Виспа, чтобы не слишком там летал, так как сало Баланара одно из самых жестких. 7 секунд. Сало.
у Баланары. Прикиньте, 7 секунд, то есть Висп ничего не сделает. Там его корешей убивает, когда нужно притягиваться, а он такой, о, блин, на мне сало. Барьер, что сможет сделать? Барьер, блин, кается на Генопу, а утаскивает его, Алхим измельчает. Но Альянс, теперь у Альянса посмотрим. Сало, значит, набанили Менталя, однозначно, потому что банили Менталь, выжигает дамаг. Потом Цемка должна заешить и завешить алхимика. Алхима завешили, заешили. Генопа, он обязан сделать решающую роль, главную, это покарать всех ублюдков. Вот 1600 хп, паков, висп. Ну, его задача быть генопой рядом. Хилить, спасать. Фура. Короче, что? Она не пушит, она фармит. Она делает хекс, наверное. Хекс тут нужен. А БКБ есть у Алхима, блядь. Но ничего, на БКБ вполне можно развести, если постараться только. И разминуться 0-0. Но БКБ не стоит одного килла Альянса. Понимаете, БКБ это обычный арт, а вот килл это деньги команде. И плюс еще экспа. 19-й левел аж он. Генопа взяла Аегис. Они уже третий Варохана убивают. И Натус Вунсунс, как ни в чем не бывало, ходит по карте, что-то путешествует. Ну и можно здесь проебать. А вот в следующей игре, мне кажется, там пот и пот. Как сами понимаете, победителям все почести. Все почести, потому что Natus Vincere прошлый Интернутинал выиграли. Но, ёпты, бля. Выигрывать часто не могут и нельзя. Постоянно вин. В 7% матчах, прикиньте. А еще. Потому что слишком дорогой арт. Даже для лита. Не каждый лит себе может позволить 4100 адены. На такой ебанский арт. А если там станов нет? Некоторые все равно себе делают из-за принципа БКБ. Демонанги, он что делает? Неужто рапиры, слушайте? Не, наверное, Кристаллис. А, МКБ. Ага. Показал бы, блядь, что такое алхим с рапирой. Мид, половина вышки. ДД у этого и Аегис. Пушьте, пачаны. Давайте таких. Атака. Атака. Ага, поднял и ничего не сделал. Та не только отбивается скиллами. Алхим что-то стоит, как будто АФКшит. Все. Альянс. Почти бэкдором. Ну, начали бэкдором, а закончили, как всегда. Фора улетает? Нет, не улетает. Приняли бой. Минус барьер, минус бань, минус рубик, минус пак, минус алхим, минус пак. 5 в одного. Гем, подбирайте, пчелы. Все повыкупались полностью. Они хотят повторить. Нет, не смогут повторить. Алхим там застанил всех. Ух ты! Но зато ценой жизни Алхима-то. Кого там еще можно отпиздить? Все, минус. Барьер. Нет, за барьером не идите. ГГ пишет. ГГ пишет. Еще одна игра, пацаны. Последняя игра, это решающая. Не все хохлы написали ГГ, потому что не верят своим глазам. Но ничего, следующая игра их вразумит, как говорят на Украине «Май талант».